Всем привет, меня зовут Артем Шелдовицкий, и сегодня мы рассмотрим BackSide 540 и FrontSide BackSide 720. Это BackSide 540. Выполняется он почти точно так же, как BackSide 360, но вы задаете более сильное вращение, чтобы прокрутиться на еще 180 градусов. Выглядит все так же. Вы подъезжаете к трамплину, набрав хорошую скорость. Выталкиваетесь, одновременно разворачивая плечи. Задаете вращение чуть сильнее. Вращаете плечи чуть сильнее. Также просматриваете приземление, держите грэб. Здесь сложность заключается в том, что вам нужно провернуться еще на 180 градусов и при этом дальше провернуть голову, чтобы увидеть приземление, чтобы уехать трюк. Выполняется он точно так же. Присели, вытолкнулись, ищите приземление взглядом, прокручиваетесь на 540 градусов, пускаете грэб и приземляетесь в свечевую стойку. Вот. Сложность еще в том, что вы приземляетесь не в свою стойку, как на трюке 360, а в стойку свич, то есть другой ногой вперед, неудобный. Для этого трюка нужно, конечно, уметь кататься не в своей стойке, то есть в свиче, чтобы комфортно чувствовать себя при приземлении и легко уехать трюк. Итак, вы уже освоили почти всю базу. FrontSide 360 и BackSide 360, 540. Все, время переходить уже к серьезным вращениям, например, таким как FrontSide и BackSide 720. И сегодня мы находимся в парке Крылатском. И сегодня я расскажу вам, как делать FrontSide 720 с melon grab. Так, в чем заключается трюк? Трюк заключается в том, что вам нужно прокрутиться на 720 градусов, это 2 оборота. Трюк, чтобы его сделать проще, нужно разделить на 3 части. Это вылет, полет и приземление. Начнем с первой части вылет. Вы разгоняетесь, набираете хорошую скорость для того, чтобы долететь до приземления. Подъезжая к трамплину, вы присаживаетесь и делаете небольшую дугу на заднем канту, подъезжаете, присев, готовитесь к размаху, то есть хорошо вытолкнуться и развернуть плечи. Вылетаете, выталкиваетесь и одновременно задаете вращение плечами чуть больше, чем на 540 градусов. Вылетаете, делаете 90 градусов, хватаете melon grab, вытягиваете, делаете 540, чуть больше 540, отпускаете грэб и доворачиваете трюк. Всегда нужно смотреть в сторону движения, то есть головой нужно всегда смотреть над плечом, да, за плечо, искать взглядом приземление, чтобы контролировать вращение и видеть туда, куда вы летите и куда вы приземлитесь. И время пришло к BackSide 720. Он будет посложнее, чем FrontSide, так как трюк разделяется на 2 оборота по вращению головы. То есть вы делаете сначала BackSide 360 и еще раз BackSide 360. Итак, все начинается, как всегда, с подъезда. Вы делаете дугу для того, чтобы выпрыгнуть с переднего канта. То есть вы начинаете ехать по, если вы регуляр, вы начинаете ехать по правой стороне подъезда относительно трамплина. Подъезжаете, делаете поворот на заднем канте, и выход происходит с переднего канта. Все точно так же. Вы выталкиваетесь, разворачиваете плечи и начинаете делать вращение. То есть вы проворачиваетесь первые 360 градусов, потом еще раз разворачиваете голову за заднее плечо и докручиваете 720 градусов. Приземляетесь также, амортизируя ногами, то есть чуть присаживаетесь. Здесь есть некий момент. Очень частая ошибка. Люди сильно заваливаются на передний кант и наклоняются вперед, за счет чего их сносят сильно в сторону. Как избежать этой ошибки? Нужно держать спину жестко, то есть подъезжать и сильнее толкаться. То есть чем сильнее вы толкнетесь, тем быстрее пойдет ваше вращение. И ни в коем случае не заваливаться, не наклоняться. Вот. Это, наверное, и есть залог успеха в этом трюке.